Всем привет, друзья. Понедельник, мы на пляже Клеопатры, Домлатаж пляж, на котором я был, видео или вышло, или выйдет, скорее всего вышло. И начнем отсюда, сейчас пройдемся через фуникулерчик туда на все достопримечательности парки. Смотрите, рыбак запустили, долго их тут не было, почистили бассейн, фонтанчик, и запустили рыбак, вон одна там большущая. Ну, наверное, я ее видел. Она была здесь, наверное, в прошлом году, позапрошлом. Может быть, похожая на нее. Вот она такая большая и красивая. Испугалась. Так, время без 24. Все, вперед. Очень жаркий день. Ну, не очень жаркий, это еще как бы не та жара. Но в тени даже 28. Не меньше, на солнце за 30-ку. Воду я тоже померил, видео уже на канале. Будьте подписаны на оба канала, видосики выходят на двух каналах. Каждый день вода становится теплее, и вполне возможно, что уже через буквально недельку она будет стабильной такой черноморской летней температуры. Привет еще раз передаю тому чуду, которое вчера мне писало, что вода в Алании 16,2 или 16,8, ну пофиг, сколько он там писал. Все равно бан попал сразу, я даже объяснять ничего не хочу. Люди есть просто уникальные. Но нет, это не удивительно, поскольку живем в сумасшедшее время, когда 80% людей сошли с ума. И что-то удивляться. Бублички. Очень много туристов европейских. К сожалению, мало людей из стран бывшего Советского Союза, как туристы сейчас. А европейцев очень много. И причем я даже вот вспоминаю прошлые года, вот когда еще, ну еще, скажем так, не купательный сезон явно. По-моему, не было так много людей, как сейчас. Я имею в виду туристов европейских. Очереди нет на фуникулёры. Забываю стоимость проезда туда и назад сейчас. 70 лир. О, заработала сувенирная улица. Очень много всего интересного здесь. Котик не спит. Два. Фух. Лето. То знаете, что сейчас мало людей? Потому что лето и жара. Потому что тут реально жарко. Сейчас на солнце сидеть это непросто. Да, поэтому тут повсюду мало людей. Люди сейчас все на море, возле моря. Теннисный стол, он всего один. Тоже потому что жарко. Вечером тут будут, конечно, толпы людей. Сейчас вот пока в данный момент одни теннисисты только. Смотрите, никого. Блин, забыл Клеопатру показать. Ну, вид сзади. И площадки все пустые, потому что просто жарко. Реально жарко. Детские площадки тоже пустые. Все на пляжах, либо дома. Тоже европейцы, наверное. Вечером тут будут оба, не оба, а все четыре стола, думаю, будут вечером задействованы. В тени вот люди сидят, разве что на лавочках. Так все на пляже. Вообще пусто, блин, ждать аж непривычно так. Пустота. Клеопатрочка спит наша.
конечке лежит, спит. На всех пляжах люди есть, людей немало, людей реально много довольно. И как-то я не подумал насчет того, что тут никого не будет из-за жары сейчас. Вечером, конечно, тут полно людей, вот тоже вот немцы, там поляки были, по-моему, здесь вот немцы, отельные. Фонтанчик работает. О, идем. Давайте дойдем до, наверное, до второго кошачьего домика. Убрали, к сожалению, эту штуку. А нет, поставили назад, видимо, ее реставрировали. А убрали, знаете что, друзья, кто ездил, видел будки, информационные будки, где можно было сделать фотку, я потом покажу их, они у меня в архиве остались, почитать о местах достопримечательностях, сделать фотку, шикарные будки такие. Одна стояла на центре, на остановке муниципалитета, одна на Клеопатре, еще где-то я их видел, не помню уже. И совершенно случайно как-то понял, что их уже нету, их уже убрали. Тоже люди вот с браслетиками ходят, туристы. Здесь тоже людей немного, потому что жарко. Поставили назад эту штуку, а то ее не было, ее просто переставили, переделали. Кто не знает, что это, то приедете сами, покрутите, я не буду. Не буду сейчас этого делать. Можно, можно начать проверить. Все, работает. Работает, проверил. Все там, здесь пустые дороги, все пусто, все там, все на море. Ай, блин, вода таки замочила мне шорты. Сейчас я, друзья, попробую, наверное, помыть шорты, потому что потом соль выступит, буду это смешно в автобусе выглядеть. Шлангочка есть, попробую сейчас помыть сюда. Секундочку, куда вас поставить? Давайте я вас здесь поставлю. Нет, это поставлю. На столик я вас поставлю сейчас. Посмотрите на шестой пляж, пока я помыл шорты. Залил чехол свой для камеры, надо теперь сушить. Это у нас получается, это уже шестой, наверное, да? Это пятый где-то сейчас. Людей там очень много, особенно на шестом. Немецкая речь вокруг. Deutschland, hallo. Hallo. Там люди, он прям с флагами немецкими отдыхают.
Здесь как-то еще поменьше, а там вот дальше на следующем пляже там вообще толпы просто, все лежаки заняты. На солнце просто нереально находиться. Я уже четко понял, почему везде пусто, а людей нет, потому что на солнце просто трэш. Градусов 36 где-то, наверное. Кому хочется поспорить, спорьте на других каналах, друзья. Кто мне будет пытаться доказать, что сегодня в Алане было 27 градусов, или что температура воды 17, идите, пожалуйста, на другие каналы. Потому что я сразу просто могу забанить и все, я даже не вступаю ни в какие дискуссии. Хочу на рынок попасть, я уже часть наснимал. Хочу еще попасть. Блин, а теперь у меня шорты мокрые. Тоже смешно в автобус заходить. Скажут, что я это того. Вот люди отдыхают, тенечки тоже, видите, со своими стульчиками. Столиками. Показываем еще фонтанчик. Что сказать, посижу на солнышке, вот только голову намочил прям со шланга. И вот мы прошли меньше 5 минут, у меня голова почти сухая. Роман Иванович, вот так бананы выглядят. Вот это уже начинаются вот эти вот бутоны. В них потом зарождается бананья жизнь. И потом покажу еще четко, когда они будут. Так, я минутку посижу, пока посмотрим на фонтан. Перекурчик и идем дальше. Блин, как я так намочил свой это чехол. Чехол для камеры намочил полностью. Чуть посижу, подсохну. Наслаждайтесь фонтаном. Блин, тут нереально сидеть. Через пару минут я бежать отсюда буду с солнцем. Давайте ближе к фонтану сядем, чтобы вам интереснее было. Невозможно сидеть. Просто невозможно. Не могу я тут. Я 5 минут не могу здесь выдержать на солнце. Как вы, люди, лежите на пляжах? Я вообще просто не могу понять. Может, сибиряки, я не знаю, я-то человек южный, я на морях вырос. Может, мы как бы жару воспринимаем и солнце по-другому, потому что в основном сибиряки приезжают и умудряются как-то по несколько часов лежать самое пекло даже на пляже. Кто-то еще и под этим, под действием алкоголя. Это вообще нереально в июле-августе. Фух. Сейчас на 6-й пляжик зайдем чуть-чуть. Пойдем. Ой, в тенечке классно. Манит, прям тенечек чувствуется, да, прохлада справа. А слева солнце.
Посмотрим, что тут на шестом пляже в Гордене. Какие тут страны. Тоже немцы. Уже слышу. Deutschland. Я в песок не пойду, я дойду по дорожке до конца дорожки. Уже несколько раз ноги мыл. Много довольно людей. Все, дорожка заканчивается. Тут не только на пляже много людей также по берегу там лежит. Не отельных, а здесь отель Гордене. Повсюду немецкий язык только слышу, даже польский не слышу. Ой, как жарко, я не могу передать просто. На солнце просто. 2 минуты и все, максимум. Тенютик. Тенючек. Тенючек. Ой, какой кайф. Сразу градусов на 5 сразу, наверное, прохладнее. Моментально. Блин, шорты у меня не высохнут ближайшие полчаса или час. А как же мне на автобусе ехать-то? Смешно будет. Все, опять на солнце вышел. Показывает, это прикольного цвета. Все, они уже в бессознательном состоянии выпали от жары. Летом они вот так вообще в отключке лежат целый день. Привет. Язычок показываешь. Нет. Так, где царица кошек. Вот тут еда повсюду. Где царица кошек? Царица кошек где-то гуляет. Полно людей на улице возле Гордене. Это ж Гордене. Ну вот градусники тут есть сейчас на отелях. Ну в принципе, если он не на солнце, то он будет бред показывать. Поэтому ну, посмотрим сейчас. Ну, если он в тени, то это будет просто ни о чем его показывать. Потому что на солнце за 30, причем далеко за 30. Сейчас посмотрим, что будет на градуснике, если видно будет. Здесь уже в бассейне, он полно людей плавает. Как этот отель называется? Сюда Ривьера. Так, а где градусник? Не вижу. Стоп, а где? А, вижу. Сейчас 15-57. 48 влажность. Будем радоваться. По-моему, 34 я видел. 34,6. Девушки, я не на вас смотрел, на градусник. Думали, что я стал и на них смотрю. 34,6. Ну, он там такой в полутени находится, в принципе. Не на солнце явно. 34,6. Согласен. Да.
И так встал, блин, там две девчонки лежат. И получается, ну я камеру отвел же, тут вообще смешно будет, если я вот так на них наведу. Камеру отвел, а сам же стою, смотрю на градусник. Они так на меня смотрят, типа вообще обнаглел, встал и пялится. Гранд Заман Бич. Тёмыч, привет. Смотрите, как много людей там. Видно вам через это стекло, надеюсь. Иди валом у бассейна. Так, ну, наверное, я туда уже не пойду. Все, выходим на центральную улицу. Погнал на автобус. Я еще вечером хочу погулять. Приехать в центр на концерт. Пока есть концерты. Тоже полно людей в отеле. Вот смотрите. Людей много. Это Гранд Акан у нас слева. Блин, меня в автобус не пустят. В мокрых штанах. Автобус, куда ты? Стой, погоди, подожди, пустой, блин. Гранд Заман Гарден тоже. А нет, хотел сказать, тоже работает. Ну, скорее всего, работает. Точно не знаю, конечно. Ой, а тут тенечек, тут прям аж прохладно, знаете, после того солнца, тут прям вообще другая совершенно температура. А так вот кто-то выходит с блогеров вечером в кофте и рассказывает. Сегодня в Алании плюс 26 градусов, когда Ромка тут идет при плюс 36, блин, еле живой. Фух, так что вам, конечно, выбирать, кого смотреть и кому верить, но кто меня смотрит с 19 года, те все понимают, о чем я. Все, друзья. Гранд Акан, я с вами прощаюсь. И обязательно еще в ближайшие дни погуляем по дальней Клеопатре днем. Буду вам показывать, как увеличивается количество отдыхающих, количество купающихся и так далее. Все, пока, мира, добра всем. Привет из Алании.